Папа, ты выглядишь, что надо. А сейчас Барби чаепитие. Папа, попробуешь? С удовольствием, дорогая. Дорогая, у нас начинается новая жизнь. Что? Не верю своим глазам. Адам, приятно познакомиться. Привет, малявка. Угостишь меня чаем? Мама, у него клыки. Эй, Прил, поиграем? Адам, ты чудо. Дорогая, мне так жаль. Майкл, тебе уже пора. И больше не звони мне. Тиффани. Я тебе помогу, неудачник. Надеюсь, больше не увидимся. Папа, не уходи. О, дорогая, не стоит. У тебя будет новый папа. О, это все возраст. Не обращай внимания. Охота начинается. Мама, как ты могла? Папа, вернись! Игры окончены. О, я совсем забыл про манеры. Одну секунду. Ужин подан. На помощь! Обожаю свежую кровь. Все к столу. О, как раз вовремя. Я такой голодный. Повезло. Приятного аппетита, семья. Я не голодна. Только попробуйте, вам понравится. Давай, Эйприл. Что ты задумал? Это же кровь. Мама, смотри, он пьет кровь. Эйприл, ты такая выдумщица. Это всего лишь газировка. Я тоже его люблю. Мама, никакая это не газировка. А что если любишь чеснок, кровопийца? Только не это. Всего ложечку. О, семья, ради вас все что угодно. Съешь всю баночку. Достаточно, Эйприл. Адам наелся. Стоп. Есть разговор. Я жду вас, девочки. Это вампирская аллергия на чеснок. Я отомщу тебе, Эйприл. На горизонте чисто. Вампира просто так не остановить. Вот и я скучала. Эй, монстр, ты здесь? Вампирское логово. Сейчас или никогда? Ничего страшнее не видела. А вот и ты. Какой аромат! Не терпится тебя съесть! Я пропала! О нет, батарейка села! Мама, сейчас не до уборки! За мной! Дорогая, где это мы? Это логово Адама! Тогда здесь не помешает прибраться! Мама, дело очень серьезное. What? Сейчас сама все увидишь. Он прямо здесь. Что? Как? What? А вот и вы. Я так скучал. О, это так мило. Мама, он нас обманывает. Здесь пусто. Где ты спрятал жертву? Это уже слишком, Эйприл. Что происходит? Она там, понимаешь? Больше никаких ужастиков на ночь. На помощь! Тихо, ужин должен молчать. Разве мы ждали гостей?
Мне нужно срочно увидеть Эйприл. Теперь это мой дом, неудачник. Пропусти! Забудь сюда дорогу, человечишка. Ну так что, можно войти? У меня подарок для дочки. Так и быть, я передам. Тебе повезло. Сегодня я очень добрый. Обращаться осторожно. Упс. Эйприл. Не бойся, детка. Тут для тебя сюрприз. От папы. А вот и твой подарок. Не благодари. Это так жестоко. Новенький телефон. Моя мечта разбилась. Эйприл, привет, это я. Папа, ты вернулся. Ой. Телефон? Но как? Он был совершенно новый. Дорогая, мне так жаль. Что происходит? Папа, у него клыки. Адам, вампир. Адам, вампир? Я докажу, пойдем со мной. Он прячется прямо здесь. Хитро придумано, правда? Это настоящий вампирский склеп. Посмотри! Для начала я расправлюсь с Тиффани, а потом доберусь до малявки. Он вампир! Это я и говорила! Какая удача! Я не сдамся! Ты вампир? Конечно, дорогая! И, кстати, ты меня любишь! Эйприл, не сейчас, нам нужно спрятаться! Эйприл, с тобой все в порядке? Папа, без паники, мы одолеем вампира! Это антивампирская книга. Соль, чеснок и осиновый кол. Проще не бывает. У нас все получится. Я его вот так. Папочка, извини, но ты не в форме. Здесь нужны железные мышцы. Ну, я в тебя верю. У тебя все получится. Окей. Вампир, подумаешь. Скоро я стану очень сильным. Я тебя уничтожу! Итак, приступим. Осиновый кол, чеснок и, конечно, обжигающая соль. Берегись, вампир. Познакомься с моим суперударом. Ха-ха, я тебя вижу. План простой. Сначала щепотка соли. А потом... Получай, получай! Папочка, тебе конец! Вау, я почти Ван Хельсинг! Папа, ты готов? Тогда за дело! Папа, мы должны застать его врасплох! Ты права, вперед! Эй, ты здесь? Спит как кровожадный младенец. Действуем. И первый пункт плана – соль. Дочка, ты у меня самая умная. Думала меня так просто победить? План провалился. Осторожно! Папа, только не сейчас. Что это? Выпустите меня! Папа, сработало! Соль никогда не подводит! Дай пять, Эйприл! Ах так! Начинается второй раунд! Я вас искала! Мама, только без глупостей! Дорогая, не надо нервов! Тиффани! Прочь с дороги!
Любовь моя, ты прелесть. Ребята, нам нужно срочно снять вампирский гипноз. Чем больше лайков, тем лучше. Да, да, еще немного. Антидот! У нас получилось. О, мне нехорошо. Тиффани, только не это. Вы еще пожалеете. Ауч! Что случилось? Эйприл, ты не ушиблась? Мамочка, ты снова с нами. Сейчас или никогда. Пора быть героем. Да! Не приближайся к моей семье. Девочки, вы в порядке? Мама, папа, я вас люблю. Но мы кое-что забыли. Вампир, пора перейти на светлую сторону. А? Где я? Я снова обычный человек? Мне не терпится увидеть свою семью. Доченька, тут такое дело. Вот, знакомься, это Мелани, твоя новая мама. Мама? Это что, шутка? Какие уж тут шутки. Да это же вампир! Детка, да что с тобой такое? Пап, мне нужно с тобой поговорить. Эта женщина – настоящий монстр. Я сама видела ее гигантские клыки, честное слово. Да о чем ты вообще говоришь? Мы что, играем в шарады? Ку-ку, моя крошка. Да взгляни же на нее скорее. Приветики. Ой, она само очарование. Я же тебе говорил, веди себя хорошо, а нам пора на свидание. Ну и пожалуйста. С днем рождения меня! Ура! Детка, я приготовил тебе подарок. Надеюсь, он тебе понравится. Ведь ты очень хотела это платье. Класс, подержи-ка. Спасибо, папочка. Не буду я ничего держать. Это лучший подарок на свете. Эй, а где твой подарок? Мой? О, сейчас посмотрю. Да, донорская кровь не подойдет. Милая, все в порядке? Конечно, дорогой. Кого там еще принесло? Я открою. Никуда не уходи. Что ж, ладно. Вернусь через секунду. Привет, я мама Вероники. Вот, значит как. Можно войти? Эй, но я... Мелани, сгодится. Все лишнее долой. Чудесно. Я уже бегу. Вуаля. Взгляни, Вероника, какой милый презент. От любимой мачехи? Мне от нее ничего не нужно. О, ужас! Почему она так жестока со мной? Вероника, как тебе не стыдно? А это еще что? Так это был подарок от мамы. Прости меня, пожалуйста, Китти. Вероника? Кто это там стучит? О, да это же моя мама. Детка, привет. Впустишь меня? Ты еще спрашиваешь? Заходи скорее. Мамочка, я так рада тебя видеть. Прости, но я испортила твой подарок. Ничего страшного, дочка. Я все мигом исправлю. Опля, и Китти как новенькая. Спасибо большое. Это все из-за этой злобной мачехи. Она вампир. Правда? Я так и думала. Идея. Мы должны найти доказательства. И разоблачить эту злодейку. Подозрительные следы ведут к этому ящику. Да это же кровь! Мы должны узнать, что там внутри. Пакеты с кровью! Да! Мы нашли главное доказательство! Эрл Грей? Эй, что такое? А мы тут просто болтаем. Сплетничаем о мальчиках. Ничего серьезного. Прочь из этого дома. И не подумаю. О-о, кажется, обстановка накаляется. Вы обе немедленно прекратите вражду. Папочка, я все объясню. Мы с мамой знаем, что Мелани – вампир. Доказательства вот в этом ящике. Вот, сам посмотри.
Но я ничего не вижу. Не может быть! Ну ладно, найдем другой способ. О, Мелани, тебя кто-то зовет. Чесночный топпинг? Я никого не вижу. Наверное, показалось. Что с тобой, дорогая? Я отойду на секунду. О, нет, я опаздываю на работу. Вечером поболтаем. Пока-пока. Да я вас сейчас. Мамочка, спаси меня. Бежим, детка. Будут знать, с кем связываться. Обмануть смертных проще простого. Ням-ням, пора обедать. Hey! Привет, мам. Я так по тебе соскучилась. Увидимся завтра. Сладких снов. Доброй ночи, детка. Bye-bye. Скорее бы наступило завтра. Что это было? Мамочки, как страшно! Это что, призраки? Мамин цветок! Вот так, дыши глубже, Вероника. Призраков не существует. Это все детские страшилки. Может быть, они уже ушли? Есть тут кто-нибудь? Уходите, ужасные монстры! Так это был цветок! Ну и ну, нужно рассказать обо всем папе. Только не это! Брысь отсюда! Надеюсь, мачеха наестся и не придет за мной. Вероника, просыпайся. Я принес тебе завтрак. Спасибо, пап. Это очень мило. Для тебя все, что угодно. Что это у тебя за рана? Дай-ка взглянуть. А? Понятия не имею. Я знаю, это все Мелани. Она укусила тебя, когда ты спал. Доброе утро, семья. О, милый, где ты умудрился так пораниться? В следующий раз будь осторожнее. Я так за тебя волнуюсь. Ненавижу. Вот тебе, получай, кровопийца. Милый, тебе нужно принять душ. Отличная актерская игра. Я слежу за тобой. Ой-ой! Он был где-то здесь. Сундук с секретами Мелани. Сейчас мы узнаем, что она скрывает. Вау! Ну надо же, он открыт. Ух ты! Ага, попалась. Маленькая шпионка. Мне здесь не нравится. Совсем-совсем не нравится. Посиди там и подумай над своим поведением. Куда бы спрятать ключ? О, перфекто. Под кроватью его никто не найдет. Пора преподать урок любопытной девчонке. С чего бы начать? Эй, ты! А ну замолчи! И познакомься с Фрэнки. Какая же я злюка! Только не летучие мыши. Ну как, нравится? Я дышу. Нужно срочно позвонить маме. Мамочка, я в беде. Вытащи меня отсюда. Держись, дочка, я уже бегу. Я нашла сундук. Вау. Не открывается. Ого, да тут огромный замок.
Ребята, а вы не знаете, где ключ? Напишите в комментариях. Под кроватью? Спасибо! Ах, вот ты где, дружок! Отличное начало! Сейчас уже открываю. Мама, это было ужасно страшно! Ну-ну-ну-ну, все в порядке, милая. Мама с тобой. Наконец-то можно уединиться. Она явно что-то замышляет. И я должна узнать, что именно. Настоящая вампирша в своей привычной обстановке. Нужно сказать папе. Папа! Я немного занят. В таком случае мне нужны неопровержимые доказательства. Кровавый фреш из почтальона весьма неплох. Скажи чиз. Фух, ну и ну, ты меня звала? Взгляни на эти фото. Ох, Вероника, и что мне тут нужно увидеть? Ну, пап, взгляни повнимательней. Вот. Ах, милая, это и правда очень забавно. А по какому поводу веселье? О, Вероника, она просто чудо. Несправедливо. Спасибо, детка. Ты подняла нам настроение. Что это там у тебя? А, считай, что это салфетка. Ты немного испачкалась. Ох, Адам, ты такой душка. От меня не уйдешь. Еще немного, и я выиграю. Эй, не мешайте. Папочка, она хочет меня укусить. Она просто шутит. Люблю тебя. И я тебя. Минутку, мне кажется. Или я видел клыки? Да нет, глупость какая. О нет, Вероника! Руки прочь от моей дочери! Что же будет дальше? Хочешь со мной сразиться, смертная? Чичи, вау! Намечается что-то интересное! Папа, я в деле! Кия! 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 Ну, держись! Ауч! Упс, это вышло случайно. Леди, снова вы за свое. А ну, перестаньте драться. Живо. Она первая начала. Мави, уходи. И уйду. Это какой стресс. О, убери от меня эту штуковину. Мелани. Снова провал. О. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. Я сама разберусь со своей мачехой-вампиршей. И еще разок. Да, я чувствую прилив сил. Кавабанга! Ой, прощайся с жизнью, вампир. Это тебе за маму. Ой, отпусти сейчас же. Кому говорю? Оружие к бою. Чеснок наготове, защитный бальзам для губ и антиперспирант. Я готова. Ну вот ты и попалась. Что? Воу, воу, воу. Я тебя не боюсь. Ха, Мазила, тебе меня не победить. Ах так, получай. Оучи. Неуклюжая девчонка. Что здесь происходит? О, привет, дорогой. Так ты вампир? И что с того? Слушай мой голос. Слушаю и повинуюсь. Свяжи девчонку. Живо. Я с радостью это сделаю. Папа, нет! Тебе все равно никто не поможет.
Уж я об этом позабочусь. Ребята, пожалуйста, помогите развеять вампирский гипноз. Скорее ставьте лайки. Чичи-вау, фантастика! Спасибо, друзья! Минутку, да это же вампир! Что? Мой гипноз перестал действовать. Мне дурно. Упс, ты станешь моим ужином. Нет, не тронь меня. Я этого не позволю. Мамочка, это было круто. Ура, я знала, что смогу. Сейчас я тебя развяжу. Вот так. Спасибо, мама. Доченька моя. Ауч, голова. Что это с ней? Вампир! Теперь она никому не навредит. Вы в этом уверены? Ау, у меня появилась идея. Амулет Леди Баг купить. Вы готовы к суперпреображению? Надеюсь, что все получится. Нет! Ого, я Леди Баг? Вот это круть! По-моему, мы отличная команда. Спасибо вам, друзья. Алло, нужна помощь с бражником? Уже бегу. Пока-пока! Сдавайся, бражник. Тебе некуда бежать. Готова? Всегда готова. А селенок хватит. О-оу, кажется, мы кое-что не учли. Не бей нас, бражник, пожалуйста. О, нет, пощады не ждите. Суперкот, у меня для тебя новость. Что? Я стану папой? Так и есть. Держись, бражник. Папуля идет. Да, мы сделали это. Ого, мой живот. Сейчас мы увидим нашего малыша. Я так волнуюсь. Добрый день. Начнем осмотр. Так, так. Кто же у нас внутри? Привет, малышка. Мама и папа скоро с тобой встретятся. Какой сладкий малыш. Пора обедать. Ути-пути, малышка. Ой! Что это с ней? Я не знаю. О, сигнал СОС. Вперед! Эй, подожди меня. Я не могу так быстро. Вот мы и на месте. Кому тут нужна наша помощь? Да уж, у меня мурашки от этого места. Здесь жутковато. Йо-йо наготове. За мной, Леди Баг. Там кто-то сидит. А может, это ловушка бражника? Есть только один способ узнать. Уэнсдей Адамс? Салют! Поздравляем с прибавлением. Так это был сюрприз? Точно! Вы нас раскусили. Сейчас я взорву ее. Ну что там у тебя? Шевелись, бэтбой. Один момент. Ну сколько же можно? Привет, киса. Маскировка на 5+. Это будет бомбично. Да ладно тебе, бэтбой. Обойдемся без салюта. Ребята, пора отведать торт. О, а меня как раз тянет на сладкое. Так чего же мы ждем? Отрежем кусочек. Давай же, чего ты медлишь? Эй, у меня же есть еще одна хлопушка. Да! О нет, только не это. Упс. Я в полном порядке. Ну и что это было? А знаете, мне уже пора идти. Китти сегодня какая-то странная. Так на чем мы остановились? Я знаю, дядюшка Дракула. Это было унизительно. Мне срочно нужен план похищения Леди Баг.
Это точно должно сработать, да. Берем веревку и Леди Баг, связываем ее и кусаем. Да я просто гений. Добро пожаловать на курсы молодых родителей. Урок номер один. Смена грязного подгузника. Ну уж нет, это слишком реалистично. Спасибо за все, но мы лучше пойдем. Вернитесь на свои места, живо. Сменить подгузник проще простого. Всего пару движений. Ну надо же! Вуаля, чистый малыш, счастливый малыш. Теперь очередь суперкота. Я готов, респиратор. Защита, осторожность не помешает. Ну-с, приступим. Милый, а ты уверен? О да, еще как. Не получается, подгузник застрял. Это непрофессионально. Соскучились по мне? Оу, какая неловкость. Что это? Грязный подгузник? Фу! Ну и ну. Попробуем еще разок. Дорогой, давай лучше я. Ага, глобус. Это то, что нужно. Перфекто. Ну, держись, Леди Баг. И вот так. Чичи-вау. Подержи, малыша, папуля. Всем привет, я здесь новенькая. О, чудесно. Вернусь через секунду. Вот видишь, ты отлично справляешься. А вы уже решили, как назовете малыша? Дайте-ка подумать. Нет, не решила. На помощь! Тише, малютка. Ну вот, малыша снова надо пеленать. Эй, где все? Ребята, а вы не знаете, куда пропала Леди Баг? Ее похитила вампирша? Спасибо за помощь. Где я? Что происходит? Какое странное место. Так, похоже, это вампирское логово. Какая ты догадливая. Замолчи сейчас же. А теперь пообедаем. С тобой одни проблемы. Привет, малышка, ням-ням. А ну, стоять. Попробуй поймай. О, суперкот, я так проголодалась. Скорее, нам нужно уходить. Ты спас меня, мой герой. Эй, что это было? Нет! Довольно приготовлений. Пора есть! Получай, кровопийца! Вот насмешил. Ай! Как больно! Иди прочь! Ты видел? Она меня укусила! И это было прекрасно! Друзья, помогите нам получить второй шанс! Я должен все исправить! Класс! Спасибо! Ха, Мазила! Да как так? Иди прочь! Ты видел? Она меня укусила! Да как она посмела тронуть мою малышку? Да ладно тебе, не кипятись. О-о-о. Мамочка, нам пора. Спокойствие, только спокойствие. Милая, держись, нам пора в роддом. Вот умора. Ой, какое странное чувство. Эй, подождите меня. Ну разве она не чудо? Эй, кто-нибудь, мне нужна помощь, срочно! Да что же это? Что? Вампир! Не подходи, я вооружена! Тише, мэм, опустите чеснок и колья на пол. Ил, гадость! Пожалуйста, не кусайте меня! Мне нужно УЗИ! Что? Я вообще-то беременна? Так бы сразу и сказали. Расслабьтесь, мисс вампирша. Кажется, малышке не хватает еды. Просто прелесть. У мамочки есть идея. Ауч! Не очень-то любезно. Да, а малышке, похоже, нравится. Спасибо!
Это моя девочка. Мне нужно УЗИ. Опустите чеснок на пол. Да это же Дерек. Так, все будет хорошо. О, цветы, какая прелесть. А что это у тебя с животом? Тут такое дело, я беременна. Беременна? Так, я спокоен. Ну, пока. Стой, я все объясню. Что ж, я слушаю. Как это произошло? Я всего лишь укусила беременную Леди Баг. Ну да. Я не вру, честное слово. Я люблю только тебя. Окей, сейчас принесу что-нибудь вкусненькое. Кажется, все прошло отлично. А вот и я. Держи кровавый фреш. Что-то не то. А как насчет чеснока? Ты, наверное, шутишь. Okay. Ладно, я сейчас. Вот твой чеснок. Этот запах просто жуть. О, вау! Вот вкуснотища. Фух, приятного аппетита. Пожалуй, лучше добавить взбитые сливки. Белиссимо. Она что, это серьезно? Спасибо, любимый. Я так тебе благодарна. Упс, с кем не бывает. Ах, Эдвард, зачем ты вышел на солнце? Доставка пиццы. Вот спасибочки. Чесночный соус. Воу, ну и ну. Ты еще не знаешь меня в гневе. Отстаньте, мисс, я всего лишь курьер. Да это же череп. А ну, просыпайся. Вампир! Ого, кажется, схватки начались. Как же больно. А ну, с дороги. Ох. Эй, аккуратнее. Без паники, я смогу помочь. Спокойствие, мисс, я проходила курсы медсестер. Дышите глубже, вдох, выдох. Дышу, я дышу. Оп, поймала. А вот и наша малышка. Ауч, отстань. Моя радость, вся в маму. Апчи. Что это, клыки? Это какое-то недоразумение. Пай! Ну и ну. Алло, это скорая? Срочно сюда. Скорее, всем с дороги. Нужна экстренная помощь. Держись, мышка, я тебя спасу. Мы теряем пациента. Кровавая капельница. Надеюсь, еще не слишком поздно. Пациент не дышит. Стимуляция сердца. Раз, два, раз, два. Я не позволю тебе умереть. Ты будешь жить. Где это я? Что произошло? Я рад, что вам уже лучше. Спасибо, доктор. Я этого никогда не забуду. Это моя работа. Работа работой, а вампирский обед по расписанию. Кия! Эй, я обедаю. Извините, док, но у нас к вам срочное дело. Мы с котом ожидаем пополнения. О, конечно, проходите на кушетку. Сейчас мы узнаем, кто у вас в животе. Похоже на гамбургер. Это что, шутка? Классно, я вас пранканул. Эй, хватит дурачиться. Извините, доктор. Фух, я готова. Ваш муж немного... Давайте-ка посмотрим. Да у вас будет котенок. О, какая милота. Ну просто мур-мур-мур. Доктор, я рожаю! Прямо сейчас? Давай, Леди Баг, еще немного и... Поздравляю, вот и ваш малыш. Ты только взгляни, дорогая. Он такой миленький. Так похож на папу. Прелесть. О-оу, кажется, это еще не все. Ну, дела. Еще один. И еще следующий на подходе. Воу-воу-воу, полегче, док. Фух, дело сделано. Заплатите и уходите.
Конечно, доктор Тейлер. Кот? Ну, как обычно. Даже не знаю, что и сказать. Спасибо, наверное. Это вам спасибо. Пока-пока. Мути-пути. Надеюсь, что стирка поможет. Доктор Тайлер! Да, присаживайтесь. Мои зубы, пранкер их выбил. А, салют. Тут такое дело. Не могли бы вы вставить их обратно? Пожалуйста! Что ж, я попробую вам помочь. Откройте рот и скажите «А-а-а-а-а-а-а». Ты еще долго, бэтбой. Терпение, мой друг. Отлично. Ну сколько еще можно ждать? Выходи, бэтбой. Последний штрих. Готово. Ух ты, класс. Рад стараться. Берегите челюсть и хорошего дня. Наконец-то. А я уже по тебе соскучился. Пошел. Да я сегодня просто в ударе. Бэтбой, я сама ночь. Да уж, придется использовать другие методы. Доктор, спасибо за все. Ауч, мой нос. Доктор, помогите. Нет, нет, нет. Сейчас моя очередь. Итак, на что жалуемся? Кислотная аллергия. Да? Ой-ой, мои штаны! Эй, не подсматривайте! Так-то лучше. Нам нужно сделать укол от аллергии. Вы сказали укол? Вам нечего бояться. Маленький укольчик, всего-то. Ну, иди же сюда! Ни за что! Не подходи ко мне, монстр! Эй, мисс, остановитесь! Оу! И что прикажете делать? О, это может сработать. Старый добрый арбалет не раз меня выручал. Это для вашего же блага. Ауч! Какое странное чувство. Голова кружится. Пациент, я вижу, что вам уже лучше. Чичи-вау, и правда? Оплатите лечение. Упс, об этом я не подумала. Хотя... Не с места, док. И гони сюда свои деньги. Конечно, вот все, что у меня есть. Ну, просто душка. Спасибо. Это я оставлю себе, а это вам. Ну все, пока-пока. Доктор, прошу вас, спасите моего друга. Для начала проверим пульс. Ага, за мной. Посмотрим. Так, я и знал. Это кома. Придется идти на крайние меры. Действуйте, док. Разряд. Не вышло. Меня это не волнует. Я знаю еще один способ. Вы только взгляните. Вещь стала вампиром. Упс, что-то явно пошло не так. Неудачная посадка. Не завидую этому малому. Нужно срочно вытащить эту гигантскую занозу. Предоставьте это мне. Но уж нет, я здесь врач. Но это мой друг в беде. Эй, ребята, напишите в комментариях, чей способ лучше, Уэнсдей Адамс или доктора Тайлера. Подумаешь, топор. Ну, знаете ли, дружище, я тебе помогу. Вакуумный доставатель, занос, то, что нужно. Заноза у меня, ну, что я говорил, и больше не болей, дружище. Пойдем домой, вещь. Рада, что тебе лучше. А вот и новый пациент. Здравствуйте, доктор. Оу, я ничего не вижу. О, ни минуты покоя. Смотрите на плакат. Какую цифру вы видите? А, 4, верно? Да, все еще хуже, чем я думал. Ну и что мне с вами делать, а? Погодите минутку. Доктор, вы опять пропали. Мы что, играем в прятки? Хорошо, я иду искать. Ну вот, как новенькие. Ох, 33 несчастья.
Фу, давайте сделаем рентген. Перелом хвоста. Придется наложить гипс. Спасибо, доктор. А как же мои глаза? Попробуйте линзы. Ну как, вы меня видите? Сколько пальцев я показываю? О, 3. Я прозрела. Вас ждет много удивительных открытий. Удачи. Доктор, Барби нужна помощь. Вся надежда только на вас. Что ж... Нужно действовать. Операция по спасению Барби началась. Для начала нужно удалить все загрязнения. Затем склеить все недостающие части. Ножницы. Да. Бедняжка, ей здорово досталось. Но это не беда, ведь Барби в надежных руках. Последний штрих. Идеальные локоны. Чичи, вау! Барби снова красотка. Оу! Привет, Барби! Привет, Кен! Спасибо, что обратились в вампирский госпиталь. Вы лучше всех. Пока! Я больше не могу! О, здрасте! Доктор, помогите мне! Я вся чешусь! Мяу! Эй, аккуратнее, киса! Сделайте же что-нибудь! Держите себя в лапках! Ну, должно же быть хоть какое-то лекарство! Ауч! Моя голова! О, так-то лучше! Намного лучше! С меня хватит! Остановись! Что? Слушаю и повинуюсь! Другое дело. А теперь посмотрим, что тут у нас. О, вот гадость. Ну и что вы мне сделаете? Эй! Пальцы прочь. Ай, она меня укусила. Спрей от блох должен помочь. О, да. На помощь. Нечем дышать. Очнись! Вау! Как самочувствие? Чудесно! Вау! Я больше не чешусь! Да-да, деньги на кассу! Доктор, вы мой герой! Эй, а деньги? О, зов природы! Срочно в туалет! Я дойду ненадолго! Ну, наконец-то! Эй, док, вы не могли бы мне помочь? Ну что еще? Помоги мне! Ладно, держись, парень. Мы почти у цели. Ух ты, я снова могу двигаться. Спасибо вам, доктор. Ай, не стоит благодарности. Ну и денек сегодня. И гадость. Кажется, пациентов больше нет. А это значит, что можно немного повеселиться.